Вот это свитер. Этого мало. Еще украшений. И на рукава тоже. Давайте, давайте. Можно положить кусочек печенья ему в пасть. Вот так. Нравится? Кошмарный свитер Маура. Ты какой-то не рождественский, Дэнни. Это тебе. Боже! Давай, покажи. Как раз. Ну, раз уж я нарядился в свитер и проникся духом Рождества, все должны поступить так же. Отлично. Готово. Образец Рождества. А вот мой. Что это? Ленивец. Ленивец — символ Рождества. Держи, болтун. Я придумал традицию. Может, нам в кондитерской учредить день уродливых свитеров? Он неплохо повеселился. Готово. Красота. Гирлянда — символ Рождества. А олень выглядит так, будто объелся нашего печенья. То, что нужно. Он есть хотел. Лучший способ вырубиться — объесться печеньем. Рождество — сезон печенья. Все будут в восторге. Согласен, каждый обязан хоть раз примерить уродливый свитер.